Vreau astăzi, după vreo 3 ani de demersuri, vreau să mulțumesc omului, persoanei, domnului Renato Lusate, pentru aportul adus la acest edificiu al culturii. Și încă o dată, vă rog foarte frumos, teatru înseamnă cultură. Vă invităm cu tot dragul să veniți la noi, dar nu scrie, nu murdăriți. Păstrați. Este centrul orașului nostru. Vă mulțumesc. Este monumentul istoric de care trebuie să avem grijă. Încă o dată fac un apel la tot tineretul din municipiul lor. Stimați prieteni, noi astăzi trebuie să demonstrăm la toți din țară că noi le-am demonstrat deja, tot țara a fost martori. Cum a lucrat cu Valda, cum am stricat, ce și era făcut ilegal. Acum le demonstrăm la toți cum s-a reparat, s-a făcut ordine. Pe dumneavoastră vă rugăm un lucru, să păstrați această curățenie și ca noi să ne mândrim de acest monument istoric, care este nu un monument istoric municipal, dar este un monument istoric național. Și astăzi noi avem toate șansele să demonstrăm prin fapte bune și prin comportamentul a tineretului din municipiul Bălți, că lucrurile în municipiul Bălți merg spre bine. Поэтому, дорогие друзья, давайте будем беречь и наш театр, и наш город, и наши парки. Нас ждет очень много работ восстановительных в этом году. Как я говорил, мы сделаем несколько огромных игровых комплексов для детей в городе. Мы сделаем скейт-парк для молодежи. Я в ближайшее время приглашу всю молодежь на встречу, я вам покажу образцы, и пусть молодежь сама выбирает, какая модель им больше понравится. Мы создадим вам зону отдыха. В ближайшее время наш следующий шаг после театра, это мы говорили с владельцем здания, который купил в свое время кинотеатр «Патрия» через аукцион банки. Значит, нам нужно вот сейчас купить специальный этот проигрыватель для театра, он стоит там порядка 30-40 тысяч евро. Хороший, он за символическую плату нам отдает в аренду. Мы откроем кинотеатр. Но, пожалуйста, давайте сохранять чистоту и приходите с вашими идеями, как украсить театр снаружи или изнутри, кинотеатр, городские парки, скверы, улицы. Поэтому вам всем хорошего дня. Я очень надеюсь, что мы вместе с вами будем не просто беречь наш город, а будем его развивать и с каждым днем делать все краше и краше. Дон Славян. Ом Андрей. Да, Санатат и Молодцы. Я хочу поблагодарить Геннадия, который... И всех тех активистов, которые откликнулись на мою просьбу, кто-то приходил, помогал красить, кто-то приходил помогать штукатурить. Все материалы 150 тысяч лет были закуплены из личных средств, из денег моего фонда. Значит, мы не тратили деньги примарии на это мероприятие. Значит, я встречусь обязательно в ближайшее время со строителями, мы найдем какую-то форму. Когда нам законодательство будет позволять выйти, организовать им какой-то пикник, потому что, чтобы вы знали, очень разные мастера разных профессий откликнулись на мою просьбу, говорит, Рина, давай вы решите с материалами, с нами там как-нибудь разберемся, главное, как бы сделать хорошее дело для города. Поэтому спасибо тебе, Геннадий, и всем ребятам, которые приходили и на общественных началах принимали участие в этих восстановительных работах. Все, всем спасибо, хорошего дня. Ну, славян, народ, благодарю. Да, конечно. Жители Бельц, муниципальные предприятия, мне есть куда тратить деньги. Получается так, что кто-то себе придумал ресторан в пристройку к театру Василия Александрия. А я потом за них это должен за свои деньги восстанавливать. Я думаю, у нас с ними еще состоится разговор, потому что это просто свинство, то, что они сделали. Они сделали проблему, тоже были прийти сказать, ребят, ну, окей. Если они думают, что и впредь, значит, они будут строить где хотят, а я потом буду застройщик после них останавливаться, не ошибаюсь. Поменяться, в ближайшее время власть в стране поменяется, я уверен. И будут приняты наши инициативы, которые и меня, и других примаров не слышат с 2015 года, где мы просто просили, требуем сделать все необходимые изменения в законодательстве касаемо незаконных построек. Вот если бы сегодня по закону у любого строителя,
строительные компании, владельцы компании, да? Если бы они знали, что если ты прикоснешься к памятнику архитектуры, штраф будет 2 миллиона лей и конфискация актива, поверьте мне, такого в стране нигде не будет. Ни в Бельцах, ни в Кишневе и так далее. Потому что людей таких, если их можно назвать людьми, надо наказывать только жестко, рублем. А так они идут, платят штраф, ну, даст им штраф в суде, они заплатят 2-3 тысячи лей штраф за незаконную постройку, и на этом все заканчивается. А если будет 2 миллиона лей минимальный штраф, как я вам говорю, и дальше в зависимости от нанесения ущерба, поверьте мне, если бы госпожа Епурь знала, что эта незаконная стройка может привести к конфискации другой на пользу государства, это бы стройки не было, потому что все умеют считать и так далее. Если чиновники, которые вот, были замешаны с Министерством культуры, которые покрывали там эту стройку, бы знали, что за это можно получить минимальный срок 10 лет тюрьмы, за то, что они разрешают творить это безобразие на площадках, которые являются памятниками архитектуры национального значения, поверьте мне, ни один чиновник бы не знал, он просто бы подумал о 10 лет одиночества в одной из молдавских тюрьм, и этого бы не было. Понимаете, когда я говорю сегодня, что нужны жесткие меры, только так мы можем решить проблему коррупции, незаконной стройки и так далее. А так, у нас по телевизору показывают, что судью берут по взятке, со взяткой, с поличным. Вот министр бывший транспорта Кирилл, показали видео, как он берет деньги в кабинете, обсуждается. Люди оказываются на свободе, платят штрафы. И еще потом умудряются восстановиться в должности. То есть пока будут лазейки в законодательстве, и чиновники любого уровня смогут иметь лазейки, этот бардак у нас в стране никогда не закончится. Я бы этот порядок бы навел в стране в течение 3 месяца, и люди бы просто боялись. Нам нужны жесткие законодательства не для представителей мелкого, среднего, крупного бизнеса. Мы должны навести порядок с тем, что является сегодня незаконным. Неважно, это незаконное строительство, какой-то незаконный захват земель, муниципальных парков и так далее. Вы думаете, кто-то бы начал строить ресторан в парке, если бы он знал, что будет конфисковано его имущество и штраф? Неважно это. Строительство ларька, мы не говорим про ресторан. За незаконное строительство ларька в парке, представьте себе, штраф 5 миллионов лей. Да никто не будет строить и прям прописать, что в случае отсутствия средств для уплаты, что нужно, потом же у них есть вторая волна. Вот да, мы нарушили, но мы не можем заплатить. Прописать конфискация имущества, активов компании и так далее. И вот если создать правильно, и это нужно, чтобы вы понимали, работа парламента в течение максимум 3-4 недель. Выйти, обсудить, собрать всех ребят. Или живем по закону, строим, созидаем и так далее, и не имели бы мы таких сюрпризов. И я уверен, что в ближайшее время мы этого добьемся, потому что, вы понимаете, сегодня центральные власти, и это уже длится несколько десятилетий, были заинтересованы в том, чтобы существовали незаконные стройки, захват, самовольный захват земель. Сегодня всех устраивает, что есть группа лиц, которая производит спирт. Я вот высказывался недавно на эту тему в одной из программ, что кое-кто купил себе там из Кишинева, связанный с руководством страны, спиртзавод. А вы знаете, что у нас была проблема этого запаха в Бельцах очень много лет. Все-таки они купили не тот завод, купили другой. Но опять же, я как говорил, я возьму туда бельчан, мне сегодня вот эти точки, притоны для производства контрабандного спирта, потому что кому-то там не хватает деньги на выборы и так далее, такого не будет. И мне достаточно будет полномочий как примара взять, пригласить бельчан и зайти на это предприятие. И некоторые предприятия в городе ждут сюрпризы, потому что есть сегодня у меня сигналы, я сейчас хочу проверить информацию о том, что у нас в Бельцах, в пригороде муниципалитета, существует определенное незаконное производство, которое покрывается очень серьезными чиновниками и силовиками из Кишинева. Поэтому мы в ближайшее время дадим и покурить, и поспиртовать, и все то, что они себе придумали.
А если говорить о стройке по бульвару Именеску, да. Вы там были тоже, да. Ставили им условия? Я там был, значит, владелец пытался убедить в том, что да, как бы он же сначала не соглашался, что он нарушил, что он сделал все по закону. Потом он говорит, ну рядом же, типа, мы никому не мешаем, тут не парки и так далее. Значит, как закончится чрезвычайное положение в стране, чтобы я мог пригласить жителей ближайших дворов и сказать им. То есть, потому что владелец этого объекта плачется, что вот кредиты, что есть проблемы и так далее. Я беру всех жителей этого микрорайона, ребят, вот он вам, он там предлагает сделать там очень длинный кусок дороги, там тротуара вокруг и так далее. То есть, ссылаясь на то, что это людям не мешает. Я приглашу людей, вы поймите, у меня не стоит сегодня задача вот просто докопаться до столба и взять кому-то что-то поломать. Тут просто у меня выбора не было, потому что это просто не издевательство, это просто кощунство и издевательство над актерами, которые у нас еще стоят. Тут выдающиеся люди работали над имиджем нашего театра, не работали для того, чтобы Геополь открыла ресторан и банкетный зал. Поэтому я встречусь там с людьми, приглашу муниципальных советников всей фракции. Это же нужно делать транспарентно, да, то есть, ребят, вот нарушил. Либо мы ему сдаем еще несколько квадратных метров, но это мне должны не экономические агенты, это мне должны сказать, принадлежность. Если он вот тут там расширяет тротуар, делает дорогу вот сквозной, там, по-моему, 100 метров, там что-то такое дело, я же должен поддерживать инициативы людей, неважно, какие у меня там есть пожелания. Но самое главное, я вам еще раз говорю, нам нужно срочно наводить порядок именно в законодательстве. Как я вам говорил сейчас, что ну, без этого мы никуда не сдвинемся. Да, спасибо.